Чектаут визл хорошо, в остальных частях надо поближе ноги, чтобы это должно быть бриллиантово выглядеть. Покажи еще раз. Раз, два, да. Твизл, и это у тебя хорошо, это хорошо. В самом начале, в самом начале. Оп, оп. А зачем ты вот это делаешь вот так? Это вот, конечно. Я думаю, где же такой получается этот сбой? А этот сбой здесь должно быть все хрусталь. Только ты вот когда вышел, твизл не вот так, а вот здесь вот толчок накатить надо. Накатить надо, да, не просто рядом ногу снять, да. В твизлах больше оборотов. Больше, особенно вот это на левой ноге вперед, в свою сторону. Больше оборотов, гораздо больше оборотов. Еще между прыжками чуть проскользить больше. Чуть проскользить больше между прыжками. Ты не соединяешь, ты опять, это разгон. И здесь, в финальном усилии, надо уже вот какое положение принять. Едешь, и вот почти ноги вот так сюда, и закрываешь ноги. Не выпускай туда, потому что потом, пока ты будешь соединять, поезд уйдет.
Thank you.